Я тогда этого не знал. Погоди, я открою. Жену я с тех пор не видел. Посмотрим. Ага, лом. Черт, снайпер! Про фриков. Они боль чувствуют. Лом везде пойдет. Что тут у нас? Возьмем. Пригодится.
то, что надо. Ну вот, порядок. Давай. Ладно, посмотрим, что тут. Есть. Ну лезь уже.
Вот так. Никто не должен уйти. Жалкие насильники и убийцы. Уже перебили, а? Эй, хватит прятаться, выходи! У нас есть еда, пиво и виски. И патронов завались. Пойдешь к нам, поделимся. Мне нужнее. Что скажешь? Вот он, вот он! Берегись!
Кто там? Убить! Убить! Возвращаюсь! Прикройте! Я новый припас. Бегом к нему! Иди, да? Он там засел! Вперед! Какого черта? Мы тебя видим! Жалкий сукин сын! Что-то есть. Тебе уж... Да. Что это было? Нравится? Черт побери, мертвый! Его убили! Кажется, там кто-то был. Какого черта? Здесь точно что-то... Всех завалю.
Тут что-то. Кажется, там кто-то был. Есть там кто-нибудь? Никого тут нет. Это люди! Кидай! Вали его! Хрен тебе! Лами ему! Он там засел! Кажется, все. Теперь на дорогах будет поспокойнее. Не намного, но все-таки. Ну ладно. Посмотрим, нет ли у них тут подземного бункера. Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. Мы будто снова оказались на Диком Западе. И многие делают вид, что закон и порядок остались в прошлом. Но, насколько я знаю, мы по-прежнему в Соединенных Штатах Америки. А в этой стране право собственности непоколебимо. Мы имеем право на эту территорию, жить на ней и защищать ее. Да, когда-то мы забрали ее у индейцев, историю не перепишешь. Но мы забрали ее силой. И только сила поможет нам сейчас двигаться вперед. Мы не склонимся перед бандитами. Если федералы, упокоители или мародеры решили, что могут хозяйничать на моей территории, их ждет разочарование. Выживают сильнейшие и побеждают сильнейшие. С вами Марк Копланд, это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. Боже ты мой, закон и порядок — это все уже в прошлом. Что ты несешь? А, ну хотя ты верно заметил. Если хочешь теперь чего-то добиться, нужна сила. Сила и куча патронов. Ух.
А вот и люк. Я так и думал. Тут карта. Что у нас тут? Как изготовить? А, отлично. Передохну чуток. Можно снова в бой. Хорошо.
прилягу ненадолго. Нормально.
то, что надо. Хорошо. Туда попасть. Можно что-нибудь смастерить. Я попаду на крышу. Yeah.
Еще один трофей. Я попаду на крышу. Все сюда сбегутся. Посмотрим. Найду тебе применение. Да, инъектор Неро. Рабочий хоть. Заправиться.
то, что надо. Ну вот, порядок. Это поправимо. Порядок.